В Елецкой епархии прошли торжества, посвященные памяти священномученика Сергия, архиепископа Елецкого. В день его памяти собором духовенства епархии была совершена праздничная литургия. Чем запомнился в истории этот святой, расскажут наши коллеги. Священномученик Сергий, в миру Александр Зверев, родился в 1870 году в Бердянском уезде, окончил Таврическую духовную семинарию и юридический факультет Санкт-Петербургского университета, затем Московскую духовную академию. В 1921 году он священник Петропавловского собора в Симферополе. Пострижен в монахи с именем Сергий. В 1926 году арестован, приговорен к 2 годам ссылки. Аресты и ссылки, в основе которых стояли доносы и непрекращающаяся клевета, воспринимал спокойно, без ропота. В 1929 году он становится архиепископом Елецким, служит сначала в Аргамашинской слободе в небольшом храме Рождества Пресвятой Богородицы. Спустя год стараниями владыки и благочестивых прихожан церкви был возвращен величественный Вознесенский собор. В 1935 году священномученик вновь арестован, обвинялся в том, что занимался контрреволюционной агитацией среди населения священства, говорил сам вон о проповеди, якобы призывавшие бороться с советской властью. Осудили Елецкого владыку на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. По воспоминаниям современников, архиепископ принял испытание с подлинно христианским смирением, безропотно, как бы из рук самого Христа. Этапирован в карагандинские лагеря, где укреплял себя участием в тайных молитвенных собраниях. 1935 год стал последним годом его служения. 20 ноября 1937 года расстрелян в Карагандинской области. Но неужели же мы достойны памяти и священномученика Сергия, который пострадал здесь в Ельце, и самого Христа, который за все человечество пострадал. Давайте уж тогда совместно, раз уж действительно мы церковь, и мы есть друг у друга, раз мы подкрепляем друг друга силой Божией и силой нашей собственной молитвы, давайте уж хотя бы в это благое время помнить, что мы христиане, и совершать свой малый подвиг. Архиепископ Елецкий Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Владыка Сергий Зверев, архиепископ Елецкий, служил в нашем городе в самые тяжелые годы для церкви. Это 30-е годы, когда была объявлена безбожная пятилетка, и когда власти, тогда управлявшие нашим государством, поставили задачу уничтожить, полностью разгромить Русскую Православную Церковь. Владыка увидел тяжелую ситуацию церковную, потому что многие храмы были закрыты, и Вознесенский кафедральный собор в том числе был закрыт, и приходилось служить в небольшом храме Рождества Божьей Матери района Аргамач. Ильчане чтят своего священномученика и просят его небесного покровительства на месте, где в тяжелые годы благочестивый Сергий Зверев нес свой подвижнический крест. Виктория Подхишвили, Дмитрий Сизинцев, информационный отдел Елецкой епархии.